на канале Полин Пил. Я сегодня утром очень торопилась, поэтому я не начала снимать влог дома. Поэтому начала снимать в школе. Очень надеюсь, что никого из детей ребят не будет. И у нас сейчас математика. А еще у нас сегодня диспансер, по-моему. Ну, короче, когда различные эти врачи проверяют тебя. Сегодня будут проверять всех. Вчера проверяли только тех, кто не танцевал. Я вспомнилась уже. У нас сейчас был медосмотр на английском. И мы фразы сегодня не писали, потому что типа вот медосмотр, из-за этого нас бы не отпустила ученица. Если бы мы писали, поэтому будем писать завтра. Мы еще подготовились как раз. Сейчас у нас география, и мы не знаем, что будем делать. Там следующий урок уже надо будет выступать. Вот это вот, короче. Пустыня по пустыне, нужно будет рассказать про них, презентацию сделать и что-то там еще. Часа мы ушла, не год там надо, не знаю куда. И у нас два урока осталось. У меня такая классная прическа. Саша, ну только помылась. Я усатик. Саша, кстати, я смотрю на него, а у него коленки все белые. Он упал на асфальт. Все, мы дома и кушаем. Приятного аппетита. Спасибо. Я помыла посуду снова, опять. И надо будет сейчас смонтировать предыдущий влог. Потому что я его сегодня еще до сих пор не смонтировала, делала уроки. Зато все сделала. Приехала мама. Мама, привет. Да. Санек уже сделал уроки и играет. Я, кстати, вроде снимаю постоянно. А вот уже опять не смонтированный влог. 6 минут всего. Когда я смонтирую, мне кажется, еще меньше будет. Снова мало. То есть. И как я и сказала, видео будет еще короче. Видео получилось на 4 минуты 5 секунд. Это еще потому что добавила черный экран просто с музычкой в конце. А у меня тут прям нарезка получилась. Чисто музыка идет почти половину видео. Настолько красиво, атмосферненько. Да, кстати, я сейчас позанималась алгеброй и нашла свою работу, по которой у меня стоит тройка. Вот. Естественно, я на руки ее разрисовала. Это я получила еще 13 января. Это очень давно было, по старой теме. И я сейчас разобралась и повторила еще немножко новую тему. Потому что я в скором времени планирую прийти что-нибудь написать на оценку, чтобы в четверти не вышло 3. Вот. А то у меня была одна единственная оценка 3. Ма. У меня сейчас по алгебре 3-5. Ну, уже выходит 4, можно вытянуть на 5. И геометрию еще надо что-нибудь тоже написать на 5, чтобы тоже не вышло на всякий случай 3. И вот так всегда. Has failed. Придется выгружать заново. Саша уже пошел спать. Ну, собрать рюкзак и спать. И что, когда я встала, я опять начала неправильно говорить. Я выгружаю видео, там осталось чуть-чуть. Помыла посуду и тоже пойду спать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. До завтра.